На данный момент уже поданы заявки от всех компаний, желающих принять участие в конкурсе на завершение работ по благоустройству улицы Ленинградская. На 17 июня запланировано заключение контракта по асфальтированию проезжей части и дворовых территорий. Жители, я могу обрадовать, которые настрадались по этой улице Ленинградской, и мы там, слава богу, сделали эти три вида работ, теплотрассу поменяли, горячее и холодное водоснабжение, теперь мы сделаем там до магнита включительно дорогу шириной 7 метров и с тротуаром. По данным городских властей, к сегодняшнему дню проведен конкурс на осуществление подготовительных работ перед укладкой асфальта на проезжей части улицы Ленинградская. Их выполнит Солнечногорский автодор. Стоимость подготовительных работ составляет 1 200 000 рублей. За июль-август этого года северо-западный микрорайон планируется благоустроить. В порядок будет приведена и дорога вдоль Ленинградского шоссе. Напомним, что прошлой осенью здесь был сделан ямочный ремонт, но его хватило ненадолго. Если можно, неравнодушную часть нашего населения данного микрорайона тоже принять участие. Вы спросите, в каком виде? В контроле. Как работает? Вы очень хорошо отслеживаете, даже когда мы теплотрассу делали, они нам докладывали, сколько товарищей находится в яме, кто какие трубы куда несет и как их закапывает. Будем надеяться, что к осени улица Ленинградская и весь северо-западный микрорайон станут чистыми и благоустроенными.